Здорово, катаны, хинт от Метатроныча. Возможно, вы знаете это, но я у многих встречал вопрос, что вот фонарь светит ярко, мощный, и под ногами не посветишь, потому что слишком яркий хотспот, и он ослепляет. Так что же делать, что же делать? Смотрите, какой есть хинт. Берешь, значит, палец указательный или большой, какой тебе удобней, и вот так вот раз... немножечко опускаешь его на хотспот, и тебе и вдалеке видно, и вблизи все отлично освещается мягким заливным светом, отражаясь от твоего пальца. Так-то, друзья, может, кому-то пригодится. Ярко, приемлемо, класс. Ставь большой палец вверх, и он будет у тебя светиться так же, как у меня. Юпи.